Жители Славянского района продолжают прививаться от коронавируса. Одними из первых вакцинацию прошли сотрудники районной и городской администрации. Приняла решение вакцинироваться, потому что я очень переживаю за свое здоровье. У меня маленький ребенок. Я считаю, что каждый человек обязан заботиться о своей семье, своих детях и в первую очередь о своем здоровье. И так как проще болезнь предупредить, чем потом лечить, поэтому я приняла решение вакцинироваться. Прививку я перенесла очень хорошо. Вообще никаких симптомов у меня не было. Ну, немножко поболело плечо, но это вот как бы мелочи жизни. Поэтому всем советую также ответственно подойти к своему здоровью, к здоровью своих близких, своей семьи, и поэтому принять участие в вакцинации.